Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в метро. Продолжаем. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Да, действительно, кто бы тебе еще ответ дал? Ну ладно, как бы то ни было. Так. Так, тут у меня что? Так, что у меня с деталями? Собрать. Собрать можно. Тут что? Я не понял, а в чем тогда? А, вот! Понял. Таб закрыть. Ладно, разберемся. Так, тут поганенько так-то место. Тут поганенькое место. Итак, нам надо вот так-то пойдем к той цели, к ушке. Так, вот сюда мне надо будет вагон это обследовать. С этой стороны тоже. Господи. Вон, смотрите, видите? Монстр. Ну, до него мы дойдем. Мне просто туда надо будет потом идти. Насколько я помню. Давай. Так, здесь у нас что? Где-то тут что-то было. Далеко не отходи. Слопают жену твою. Что делать будешь? Так. Слопают мою жену. Тут твари такие ползают. Тут чудо, рыба, кит, кто она? Рыба, кит, чудо. Как правильно назвать-то ее? Слышал? Слышал. Я даже видел. Да, без проблем. Так. Подожди. Не спеши. Не спеши, Матрён. Так. Давай рядом держаться. Не отходи далеко. Ша. Вот смотри, я тут собрал уже много чего. Ну ладно. Стой. Где-то что-то было. Ладно.
Но это не все. Так. Где-то вот здесь вот. Ну, блин. Я-то думал, ты чем-то путевым меня хочешь удивить. Зелок. Давай, что у тебя здесь? Ни хрена. Где что-то есть? Ты в деревню входишь, ты хоть дома ближайшие-то рассмотрела? Что вот здесь есть? Запись вот нет? Кружка пива. Давай, хорошо. Ну, даже не знаю, что тебе сказать. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Ну, хуже характеристики на любой, так вы сможете привести его в полный порядок. Давай. Да нет, меня интересует пистолет. Что у него? Понятно. А как? Так. Урон 3, точность. А как мне сравнить-то? А что за ублюдок? А, вот. Понятно. Ну-ка, меняем назад. А этот разбираем. Так я понимаю. Смотрим характеристику. Урон, охренеть, точность, охренеть. Еще, конечно. Ну, конечно, мы тебя разберем. А, все? Это все, что я взял? Не, коллиматор специально не вешал, потому что мне так удобнее. Ладно, раз у тебя записей никаких нет. Хорошо. Чудо-юдо, рыба-кит. Смотрим. Вот, по идее, там переправляться можно как-то. Ладно. Все это нам в скором времени пригодится. Так. Вот здесь я не помню. А, вот. Где залазить надо. Осматриваем. Ползи, ползи. Взяли. Грибочки, грибочки. Блин, эти грибы можно собирать, а я где-то там грибов тогда не собирал. Помню, что было, но я их не стал собирать. Думал, фонарики просто. Вот тебе и раз. Вот тебе раз. Вот тебе так, вот тебе два, вот тебе три, вот тебе раз. У моей подруги шоколадный глаз.
чтобы вся толпа не пялилась на нас. Дай-ка я слежу с тебя, твой шоколадный глаз. Залазим. Так, можно было потуда, да, залезть, наверное. Собрали. Так. Вон там нету никого. Тоже домик какой-то. Ну-ка, давайте-ка сходим туда. Только нужно ли мне зайца вот убивать? Не знаю, вроде он мне так-то сильно и не нужен. Так, сердце мое бешено стучит. Так. Не мой день, точно не мой. На. Так, чё он, на. Модернизации никаких. Всё заберём. Один остался. Вау. Подожди. Дробовичок. Нет, мне пока ты не нужен, дробовичок. А я что, не помню, на пистолет прихреначил? Ладно, посмотрим. Давай снимем с него всю обмотку. Так, сзади у нас что? Понятно. А вон он где дышит. Так. Блин. У меня нет задачи их так-то убивать. А как быть? Так. Блин, там радиация, как, блин, сталкер. Еще и твари тьма. Так. Подожди, как туда попасть-то? Не забывайте о возможности производства патронов. Твою мать.
Ну, по-любому туда как-то можно попасть. Только как? Ладно, не будем пока заморачиваться. Там мы все решили. Так. Дозиметр. Так. Куда нам идти? Заяц. Заяц, волк. Заяц, волк. Заяц. Волк. Так, ладно. Инструменты. Что-то могу сделать, да? Опа, это что, отсюда спасаться так-то можно было? Господи, я еще даже не продвинулся, вы представляете? Ладно. Спокойно. Может, пройдет. Так. Разобрали. Я даже не помню, каким оружием. Я помню, духовушкой хорошо пользовался. Икона. Одобрямс. Подожди немножко. Вот тут еще. Блин. Через верх, что ли, думаешь, зайти? Нет. Взяли. Чем больше грязи на вашем оружии, тем хуже его характеристики. На любом верстаке вы сможете провести его в порядок. А где верстак-то? Здесь же его нет пока. Ну ладно, верстак — это не столь интересно, конечно, на данном этапе развития. Кстати, в куртке нету? В куртке нету. Так. Есть лодка, в которую можно сесть. Так, ты меня дождалась. Я тут все. Все пролистал. Так. По домам мы поездили. Ну, он, по идее, он тот еще дом. Я только не знаю, смогу ли я до него добраться. Блин, там он, это какие-то животные. Так. Ну ладно. Да залазь ты. Я прям вот слышу вас. Мега бобры или кто вы там? Так, ладно. Как спуститься? Ага, хрен там. Вот тебе раз, вот тебе два. Не везде получается, да, значит?
Хотя, подожди, если я уже пришел сюда, почему бы мне вот здесь вот не осмотреть? Так. Похоже, тебя заметили. Артем, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Пойдем. Вижу. Так, это приплыть надо, по идее, сюда. Хорошо. Давай. Ну давай, залазь, залазь. Ну твою мать-то. Вот так вот залез. Это уже хорошо. Да блин. Где вылез? Преодолел. Давай, мне же с тобой надо ехать. Так, перемещайтесь с помощью. Так, для выхода из лодки нажмите так. Не понял. Все понятно, вот так вот. Вон там мы были. Сейчас по хребту получите. Так. Ага. Так что по-любому до этого места только. Так, здесь у нас что? Ну давай. Так. Вроде локация-то должна быть большая, я помню. Хотя это мы проходим линейку, поэтому навряд ли тут интересно будет остальное. Ну точно вспомнить сейчас не смогу. Так, плывем. Так-то, да, большой мир. Какой-то заводик там впереди мелькает. Ага, вот сюда. Туда никак, а вот сюда тогда. И вам не хворать. Церковь царя Водяного. Поехали, дети. Дети — это прекрасно, какая радость. Да, что это там? Обитель Силантия.
Так, какой тут этот? Меня, то есть, уже заранее приговорили. Я вам дам, Божий суд. Вот этот дядя с паровоза. Он нас спасти пришел. Правда, Боже, ты уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить сеять камни не станут. А я все-все расскажу. Уж насмотрелась я бы-то. Ох, техноборцы! Подручные силантьевы явились. Он их как и здешних окрутил, только эти с ружьями. Так. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Давай, выходим, значит, блин. Спасибо вам, люди добрые. Так. На. И это при том, что я вас еще ни одного не убил, падлы. Так. Можно, конечно, порыться и поискать, что здесь есть. На лодке вон туда проплыть. Хотя, может быть, мне туда и потом и надо будет плыть. Два раза. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Так. На. Дебил. Давай. В проходе. В заднем еще добавь. Тихо. Давай с другой стороны обойдем. На. Вот так вот. Так, ладно. Аптечек ноль. Хотя можно создать.
Так. Аптечка. У, собрать. Все. Все нормально. Тоже правильно. Нахрена вы мне замученные нужны-то? Вот так вот. Это за то, что ты в меня стрелял. Ты-то меня хотел убить. Так. Пока и не видят меня. Вот где-то я чувствую тебя. Давай-ка переползаем. Давай. На другую сторону. Надеешься, значит, да? Но с другой стороны, правильно. Надежда умирает последней. Взял. Это куда ты ведешь? Спальня-почивальня. Слазь. На. Вот так. Ты же не думал, что я тебя за спиной оставлю? Было бы глупо надеяться на такой исход. Так. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что здесь. Так, собираем. На. Хотя, достойны ли вы моего прощения-то? Эй, про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Дурачок, что ли? Учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Научи меня. Нифига. Так. Сюда. Опа. Пристрелил?
Успокоился? Нормально, ну что-то добра и зла, что-то границы, да, какие-то? Вау! Что-то не видел я такого. Ага, вот она, вот это кладовой. Здесь мы уже были. Где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Так. Вот я хорошо слышу, что где-то кто-то ревет, а где? Ладно, задача какая? Так, ничего путного добиться не удалось. Мать с дочкой оказались заложниками сектантов, пока я выяснял, в чем дело. Местный проповедник вызвал боевиков. Конечно, эти люди нам не чета, но по вооружению, не по подготовке, но лучше пробовать незаметно. Ну-ка. Обойти их. Надо выбраться отсюда. Лучше всего будет использовать висящий на предлоге, который я... Да. Все, значит, лодка. Так, а где лодка-то? Вон она. Вниз. Давай. Поехали. Самого праведника мы, кстати, так и не нашли пока. Давай. В сторону. Ты как цел? Жаль, что без крови уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Так я вообще-то и так собирался плыть. Давай. На. Давай. Давай. Плывем дальше. Ой-ой-ой-ой, ну ладно. Плыву. Ого-го. Охренеть ты большой. Так, и как мне с тобой поступить? Что, хватай его за жабры. Пусть тебя вытаскивают сам. А, это все по сюжету. Это, блядь, что было? Ух ты, здоровый сволочь! Конечно. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. Понятненько. Так, давай-ка сначала. К
карта. На маленьком островке, так, от церкви. Что-то здесь должно быть. И в основном это что-то охраняет. Вон те. Ладно, ладно. Давай на крыло. Давай. Осмотримся. Кто-то где-то стреляет. И вон туда мы тоже потом сейчас ходим. Вау! Ну давай. Я прям вижу, что там что-то есть, но не могу взять это, да? Ладно. Слушаем. Глупо вышло. Надо было на том поле садиться. Хотя тянули, ведь и долго тянули. А тут мэп. А вообще, какая разница? Отсюда нам до Москвы точно не добраться. Это ладно, все равно один. А у остальных родственники там. Наверное. 10 лет прошло, но может живы еще. Ладно. Будем обживаться тут, раз уж живы остались. На мосту вроде место неплохое, хоть не затопит. А там, может, пожалеем, рванем, в общем. Посмотрим. Понятненько. Нет. Это мы уже прослушали. Так, ладно, идем в другую деревушку. Где ты? Вон туда. Посмотрим, что там у тебя. Давай. И в печке-то горит. Топор. Ну, ты уж совсем тут. Где ты? Где? Так. Что-то я не вижу, что тут развалина такая была с этой стороны. Вот он. Ладно. Допустим. Здесь-то у нас чего? Ай-яй-яй.
Ясненько. Просто заделал вот так местность. Ничего существенного. Отдышись. Давай. Пробежали радиацию. Оранжевый флаг. Давай. Пробегись. Так. Кто-то кого-то грызет, что ли? Ну-ка. Понятно. Так. Понятно. На. Я с тебя что-то взять могу? Ни хрена себя не могу взять. А ты что не перезаряжал автомат? Козлина. Так, ладно. Допустим. Что, вы загнулись от радиации или от чего? Так, говорят, любая посадка, после которой уходишь на своих ногах, удачная. А что тогда у меня получилось? Хотя, конечно, могло быть и хуже. Остальные трое так поломались, что ходить еще долго не смогут. Хотя Шурка и Коля отделались синяками. Коля сделал шину, так что ногу мою с грехом пополам собрали в кучу. Боли, блин, сволочь. Так, 13 июля 2028. Дело плохо, кругом болото, так что до деревни, которую заметил Шурка, нам не добраться. По крайней мере, пока не проложим тропу. Так что на ближайшее время придется устраиваться здесь. Лагерь мы худо-бедно организовали и перетащили раненых туда. Но из самолета вовсю течет топливо, так что надо спасать и барахло, пока он не загорелся. Хорошо, хоть комаров тут не водится. А вот что-то другое определенно водится. И ночью оно оставило следы в грязи. Нечто похожее... Ничего похожего мы раньше не видели. Хорошо, что у нас есть ружье, а то черт его знает, что это за твари. Надо бы электричество организовать на случай, если ночью заявится. Может получиться сделать привод к аварийному генератору от велосипеда из багажа. Эти твари сожрали Колю. Он шел снять генератор, и они его сцапали. Огромные серо-зеленые твари, на богомолов похожие. От ружья никакого толку. Картечь просто отскакивает. И главное, спрятали сволочи, будто знали, где его ждать. Эх, Коля, зря мы тебя потеряли. Варианта 2. Отправиться в деревню за помощью сейчас или сначала дождаться, пока кончатся припасы. Ну, хоть поразмыслить, время есть. Твари боятся огня и пока горит костер, к лагерю не приближаются. Шурка говорит, решать мне, остальные все равно в бреду. Но как он держится-то?
Я все никак не могу забыть, что случилось с Колей, а тут еще температура колотит всего. Шурка ушел, записку оставил Газ. Ну какого черта, только бы добрался до суши. Ночью ползают вокруг, щелкают челюстями, жуткий звук, спать не могу. Надо поддерживать огонь. Хорошо, Шурка хвороста натаскал, остальные лежат, но у меня температура немного упала. Так что хватит с меня, спать не могу. Завтра попробую пройтись, надо хоть хворосту еще набрать. Шурка, гребаный тварь, рюкзак его метрах в 100 от лагеря нашел. Еле доковылял обратно, пока не заметили. Гниды поганые. Ползают вокруг, хлопают в грязи, клешнями щелкают, с ума просто сводят. Хорошо, остальные по большой части в отключке, хоть они это не слышат, опять колотят. Не знаю, сколько продержусь. Огонь потрескивает вроде и неплохо, а вот температура у меня, похоже, поднимается. Не знаю, даты, нога вся черная, ручка держится тяжело. Заточил пару длинных палок, дал ребятам, может, отобьемся, твари все ближе. Больше не могу. 17.2028. Разорванная записка. Дима, ты сам знаешь, я обязан попытаться. Я же один на ногах, а ребятам без помощи точно каюк. Не дергайся. Я даже не думаю выступать в своем обычном стиле, как в этот раз. Скоро вернусь. Ну, понятненько. Герой. Так. Шурка ушел в метрах трехстах, тело нашли. Ага, вон они из болота плюются гадостью какой-то. Да. Все, ну обратно-то мне зачем идти, правильно? Так, тут вроде бы где-то радиация была, радиоактивный фон. Ну-ка, давай-ка пройдемся. Пробежимся. Хопа. С другой стороны поезда. Так, вот это мы точно знаем, что такое. Это собрать надо. Так, потом туда надо будет пилить. Можно было бы и посюда подняться. Ну что, надо отчет давать, ребята. Не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, ты только. Ну что? Артем, подойди-ка. Да и так здесь. Артем, спасибо за батюшку. Хорошо. Артем, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. Какую? В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Поможем. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. Окей, а мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы.
А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Уж-то я-то не пойму, при своем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Итак, мы спустились здесь. Вот так прошли. Сходили туда, и потом оттуда пришли. Ну, вон там еще вот они были. Давай, зайдем, что от нас хотели здесь. Нормально. Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Давай его сюда. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что носись честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Все, зарядил. Надо только не забыть, как он заряжается. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! А мы пока будем искать, как нам пройти. А пройти нам посюда нельзя. А нет, можно. А ты, Артём, что, в порт собираешься? Людей там нет. Только вон я там можно сходить. Так что будь осторожен. Оттуда, значит, только. Путь только потуда. Давайте, ребята, пока!